Перша наша розмова з нашим гостем з Москви, з Росії, Павел Шилков. Я нагадаю, це учасник російського майдану 11-12 років, ініціатор створення російського комітету солідарності з майданом громадської організації, першої в Росії, яка підтримала Україну у лютому 2014 року, делегат від Росії 2-3 всеукраїнського форуму Євромайданів в Одесі і Умані, ініціатор створення і ідеолог російського антивоєнного руху. Павел Шилков, він у Москві, перебуває на зв'язку з нами скайпом. Павел, здравствуйте, спасибо за то, что согласились принять участие в нашей программе. Слышите нас? Да, здравствуйте. Слышите. Да, значит, тема нашего разговора, как остановить войну в Украине. Ну, можно по-разному говорить. Можно говорить агрессию России против Украины, можно говорить войну на востоке Украины. Ваш вариант, ваше видение... Вот нынешняя ситуация, которая сложилась на 24 сентября 2014 года. Мы вас слушаем. Ну, значит, мое видение, да, данной ситуации. Значит, ну, во-первых, с моей точки зрения, пока путинский режим будет находиться у власти в России, война в том или ином виде, она будет продолжаться. Это возможно, то есть война возможна в открытой фазе, да, когда наступают там танки, горят там города, расстреливаются из градов. Значит, возможно в виде тлеющего конфликта, когда высылаются диверсионные группы, которые нападают там, на объекты коммуникации, которые также не дают возможности Украине спокойно разобраться со своими проблемами и двигаться в области евроинтеграции. Есть глубинная причина этой войны заключается в том, что путинский режим на сегодняшний день, он опирается только на силу и на механизм насилия в России. И путинский режим испытал очень большой шок в 2011-2012 году, когда в Москве вышли сотни тысяч людей с требованием, со скандированием «Путин-вор», значит, и с требованием немедленно отставки Владимира Путина и все его вертикали. Значит, после этого, мне кажется, Владимир Путин стал страдать, и у него обострилась психическая расстройство. Значит, он начал репрессивные меры в отношении граждан России. Были у нас проведены политические процессы, вы, наверное, слышали, по уголовному делу, когда 6 мая 2012 года, это за день до инаугурации Путина, вышло больше 100 тысяч, ну, буквально там 21 сентября, не меньше это вышло людей, с требованием Путина уйти. Значит, и это мирная демонстрация, где было очень много детей, и женщины вышли с колясками, она была жестоко разогнана, больше 30 тысяч нашего аналога Беркута принимал участие со всей России в расправе на мирной демонстрации. Тысячи людей были арестованы, потом выбрали несколько десятков человек для остатков всех остальных. Их посадили на сроки там, от 4 до 6 лет. Значит, и эти люди сейчас, часть из них сидит в тюрьме. И вот когда после вот этого шока, которого Путин так до конца и не отправился, и начался Майдан, ну, с моей точки зрения, Путин окончательно съехал с катушек, честно говоря, да, вы помните слова Меркель и Обамы, что он сошел с ума? Да, он действительно сошел с ума. Для него сохранение своей власти теперь важнее, чем, как мне кажется, даже сохранность тех сотен миллиардов, которые он украл в России,
и даже существование вообще, существование всего человечества. То есть это, знаете, это как шизофреник, который получил руки ядерный чемоданчик. Поэтому когда он увидел вот то, что происходило в Киеве, он же непосредственно не Янукович принимал, ну я почти уверен, решение по разгону Майдана, когда мы стреляли в людей. Я уже тогда друзьям в Украине говорил, что ребята, вы воюете не с Януковичем. Янукович это еще мелкая сучка. Вы воюете лично с Владимиром Путиным. И эта война, она не закончится. Вот сегодня, там, когда подбил Майдан, это только еще первый шаг к свободе ваш. Вот. И после победы Майдана и бегства Януковича, для Путина жизни осталась одна цель. Это уничтожить свободную Украину, даже, скажем так, не свободную, а Украину, которая бросила ему перчатку и которая начала двигаться к свободе. Вот. Поэтому с моей точки зрения, вот пока путинский режим находится у власти, война не будет остановлена. Она может менять только форму, конфигурацию, может усиливаться, ослабевать, может быть какое-то перемирие, но задача Путина, она решена. Задача уничтожения свободы и чтобы в Украину вернулся его ставленник такой же, каким был. Хотел вас спросить, вот как вы посмотрите на такие варианты? Остановить Путина могут мир, Европа, Украина или гражданское общество в России. Какой из этих вариантов наиболее реалистичен, по вашему мнению? Вы знаете, все три варианта одновременно. Остановить Путина могут реальные, максимально жестокие санкции со стороны Европы и Соединенных Штатов, прежде всего. Значит, эти санкции должны заключаться в запрете на экспорт российской нефти. Это понятно. Это очень быстро обрушит режим. Значит, но в этом не заинтересованы многие нефтедобывающие страны. К сожалению, пока этот вариант не выглядит слишком горячим. Безусловно, очень много зависит от Украины, насколько Украина сможет сопротивляться, насколько она не даст реализоваться тем планам по ее расчленению и превращению в сателлит России. Значит, вот от этого тоже зависит очень много. Конечно, когда Крым был сдан без боя, это во многом предопределило ту кровь, которая потом пролилась. То есть Путин решил, что он, как немецкие войска, с музыкой марша пройдет до Киева, что Украина не в состоянии сопротивляться. Потом он понял, что он ошибся, когда начались реальные бои столкновения. Но очень многое зависит от способности Украины сопротивляться путинской агрессии. И, конечно, немало зависит от гражданского общества в России, хотя, с моей точки зрения, все-таки определяющим является именно действие сообщества, то есть Европа, Соединенные Штаты, ну, Канада, Япония, понятно, последние страны, и сама Украина. Российское общество, к сожалению, сейчас находится, ну, или там наше протестное движение находится в неком таком в состоянии, хотя вот после последнего шествия появились надежды, что народ начнет подниматься, но вот скажем, пока еще окончательно непонятно, удастся нам поднять людей против войны, чтобы вышло, скажем, не 100 тысяч человек, как это было 21-го, а вышел 1 000 000 человек на улице Москвы. Вот, пока я такую перспективу как ближнюю. Ну, наш сигнал не очень хороший в скайпе, но слава богу, что в России еще есть интернет, и от всемирной паутины не отключили, потому что мы там читали, есть такие намерения о том, чтобы ограничить пользование интернетом. Некоторые считают, что если к этому придет власть, то это будет очень негативно воспринято в первую очередь молодежью.
Да, и в продолжение вот диалога, потому что другого диалога мы, это наш общественный диалог, мы его ведем теми техническими средствами, которые для нас возможны. Как вы считаете, насколько важен вот общественный диалог? Мы благодарны вам за то, что вы согласились принять участие в нашей программе, и надеемся на то, что мы организуем еще видеомосты Львов-Москва, Львов-Киев-Москва, и будем говорить о том сложном положении, в котором оказались две наши страны-соседи. Этот диалог может помочь поиску решений, взаимопониманию лучшему? Ну, вы знаете, скорее он не поможет нам остановить войну, гражданский диалог, а он поможет народам в России, Украины окончательно не превратиться в врагов. Вот, ну, вы знаете, вот есть Пакистан и Индия, да, две таких страны, которые изначально были одним целым. То есть там фактически жил один народ, только разные религии, да. Значит, и в итоге Пакистан и Индия сейчас самые злейшие враги, была там у них война, и там до сих пор как бы эта война, ну, скажем, точки сети не расставлены. Вот наша задача нашего гражданского диалога показать, что Россия и путинский режим – это не одно и то же. Что путинский режим, он такой же антирусский, как и антиукраинец. Является, по сути, оккупационным по отношению к народу России. То есть он уничтожает народ, он его не в таком косвенном, в смысле уничтожает, у нас сокращается население, разрушаются города, провинции, исчезают тысячи деревень, да, но он в прямом смысле уничтожает, вспомните, огромное количество драк, которые прошли после прихода Путина к власти. То есть этот режим, он всегда опирался на кровь, на забвение. То есть когда они взрывали там школы, уничтожали культурные центры в Москве, рвали дома, их задача была напугать людей, превратить их в стадо баранов, которые не в состоянии сопротивляться вот этому ужасу насилия, понимаете? И поэтому вот когда мы проводим прямой диалог между гражданами России и Украины, мы тем самым ломаем вот эти стереотипы, да, что то, что происходит, это русско-украинская война. На самом деле, как мне кажется, это даже не война между двумя государствами, хотя я полностью согласен, что Украина независимых государств нет никаких, как бы у меня сомнений. Вот. Но у нас, по сути, эта война, как мне представляется, и многим моим коллегам, это война гражданская. Потому что в России и Украине, в армии и в добровольческих частях воюют как бы люди близких национальностей. То есть Россия и Украина с одной стороны, Россия и Украина с другой стороны. Причем люди одной веры. Если, допустим, мы вспомним, ну, разные войны, это Россия и Германия, там католичество, православие, или там даже вот индийский конфликт России и Афганистан, там все-таки разные веры. А здесь получается, что столкнули два народа, которые мало того, что они настолько близки и приобретены семейными узами, но они фактически придерживаются одной религии. То есть это довольно редкий случай, так мне кажется, вот, что достаточно близкие братские народы из них сейчас делают врагу. Вот задача как раз нашего диалога показать, что Россия, она страдает от того режима. То есть люди, конечно, они пропагандированы, они не понимают, что происходит. Они смотрят телевизор, там показывают ужасных фашистов, которые четвертуют детей. И, то есть, это, знаете, это запрещенное средство пропаганды. То есть те люди, которые это делают, это преступники. И они рано или поздно будут наказаны, это так же, как Геббельс со своими приспешниками. То есть там вот, перед судом после падения второго уровня. Да? Значит, вот наша задача с вами не дать реализоваться планам Путина, сделать из русских и украинцев, из России и Украины непримиримых врагов. Спасибо вам большое, Павел. Вот я там закончу. У нас, у российского народа и украинского народа, один враг – это путинский режим. Просто русские еще до этого не поняли, но они это поняли. Спасибо, Павел. Это начало нашего диалога, и мы надеемся, что в будущем, уже где-то через неделю, мы продолжим этот разговор.
в режиме видеомостов Львова Москва. Большое спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо от всей Украины, если я позволю так сказать, потому что слушать вас было и приятно, и полезно, и это дает надежду. До свидания, тогда до встреч в эфире. Можно я передам привет всем гражданам Украины, которые сейчас сопротивляются путинской агрессии, от гражданского общества России. Мы все вышли, почти, я не знаю, единодушно вышли 21-го на улицы Москвы, где нас ждали многочисленные теплушки, которые готовились превратить наш марш, знаете, в некое подобие того, что они устроили на Донбассе. Помните, когда они вели, как было обозначено, украинских военнослужащих, которые там швыряли, там их там пинали, то есть это ужасное зрелище. И они планировали, что наш марш пройдет так больше, что они везде выставили провокаторов, которые будут забрасывать тех чекмерцев многочисленных яйцами, травить их газом что это будет, знаете, такое жаркое зрелище, которое они покажут по центральным каналам Российской Федерации. Вот. На самом деле, вышло рекордное количество людей, и вот те люди, которые нас должны были травить, преследовать и бить, они выглядели кучки жалких маргиналов. То есть их было, я не знаю, не сотни, но в десятки раз меньше, чем людей, которые поднялись против войны. Я хочу передать привет и послание граждан Украины от тех москвичей, которые пели гимн Украины, скандировали Путиняку на гирянку, то есть все те кричалки Путина, хуйло, ла-ла-ла-ла-ла-ла, я думаю, вы это все видели. То есть все эти люди с вами, они за Украину, они против агрессии. И мы все переживаем за Украину, мы будем делать все для того, чтобы остановить эту войну. Спасибо.